Они так видят. Администрация Ивановского района подвела итоги 5-го конкурса журналистских работ «Объективный взгляд». На суд жюри было представлено почти 200 материалов. 28 журналистов и блогеров поборолись за право, чтобы именно их труд назвали лучшим. У нас, как правило, принимают не только местные СМИ и блогеры, но и представители областного телевидения, наших ведущих каналов. Соответственно, уровень достаточно серьезный. И сегодня мы в конкурсной программе видели большое количество различных роликов, в том числе и проблематику. Это не только сюжеты, посвященные каким-то праздничным мероприятиям, а в большей степени это все-таки те сюжеты, которые затрагивают проблемы именно Ивановского района. Основных номинаций три. Материалы, вышедшие в печатных изданиях, в телерадиоэфире и интернет-СМИ. Репортаж Любови Почерниковой, журналиста нашего телеканала, занял почетное первое место. В центре внимания тогда была главная акция страны – «Бессмертный полк». Плечом к плечу с портретами своих родственников прошли жители Ивановского района. Также съемочная группа РТВ получила специальный приз за проведение прямого эфира. Глава района отчитывался о проделанной работе и в режиме реального времени. Наблюдать за этим могли все абоненты нашего телеканала и пользователи сети интернет. К слову, работе во всемирной паутине в этом году уделили особое внимание. Странички сельских домов культуры, библиотек в соцсетях набирают популярность. Ведем эту страничку вместе с нашими читателями, обсуждения в страничке, размещаем анонсы мероприятий, которые мы проводим в библиотеке. Так что приглашаем всех, кто не знает нашу страничку ВКонтакте, к нам приходить, заходить и быть друзьями. В следующем году работы журналистов станет еще больше. Ивановский район будет праздновать 90-летие. Об этом непременно расскажут газеты, телевизионные экраны и интернет-ресурсы. Устами журналистов, объективами фотографов и операторов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.